Всем привет, меня Голден, сегодня со мной. Сироп. И сегодня продолжаем играть в Так, стой, мне выживание. надо... Стой тут. Поставь на паузу, давайте типа, сейчас сделаем железные мечи, потому что у меня есть дофига железа. А чем они не лучше... Каменных? Костяных. Ну, как бы, сколько у костяного этого? У меня как бы копяной меч. Просто. А у меня костяной. Нет. У костяного он у него небесная кара, ведь. И небесная кара. У меня просто нету это костяного. Кости, у меня только одна кость. У тебя есть кость? Нету костей. Это обидно, видишь? Да. Блин, это прям под дождь классно вообще не лагает. Хотя нет, лагает. Бери дождь, блин. Хорошо. Я же хочу типа специально на скелета нарваться. Куй железо пока. Что бы это могло значить? Знаешь, это где вот. Ну ладно, ладно, я тебе потом просто расскажу. Стой, пока обшарю тут первый этаж вообще. Что, офигел? Зачем обшаривать? Ну, первый этаж — это мой этаж. А тут еще и нет толком. Так, давай поставим на паузу, чтобы они как бы не ждали нас и не перематывали. Окей. Сейчас, на счет три выключу. Раз, два, три. Ну, все, мы подготовились. Ух ты, еще на сходил на эти штуки. Ой, извини. У меня еще, сейчас я железо переплавлю, и мне еще хватит на штаны и на шлем. Окей. Ну я пока так побегаю, в принципе. Так, мне осталось только этот штаны. О, я помню, это вы там снимали. Тебе придется создать еще броню, потому что. Создать. Ну ладно, ну ладно. Сейчас смотаюсь на базу там. Итак, мы продолжаем. А, я не могу делать нагрудник, это плохо. Я вообще ничего не могу делать из сердца наги. У меня мало слишком сердца из наги. А у тебя сколько было сердец наги? А? А что у тебя так много сердец наги? У меня сразу было, да. Ну ладно. У меня было 23 штуки, боже мой. Ладно, погнали. Тан-т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 ан. Ты же мне там еще 8 дал. Я тебе 5 дал. 5 раз дал. А почему мы сразу через эти пошли? Не знаю. А, кстати, я помню, мы так не шли, мы как бы наверх строились. Назад. Или это не тут? Не, мы долго искали его, потому что тут сложно. Надо именно в середину. Вот. Воу-воу-воу. Защита, тут нельзя пробаться никак. Да я уже внутри. А что ты там делаешь? Я думал, как... ты через так пойдешь. Ну, ладно. О боже мой, меня сейчас пьет. Это давно внутри. Ну там. Там... Погнали. Так. Ай. Я чуть не сдох. Ай, я сейчас. Телепортируйся быстрее. Я застрял. Ты умер? Нет. Я с тобой. Блин, костюм меч очень хорошо против зомби обычных. Блин, нам факела нужны, человек, нам факела нужны срочно. Я нет, я все оставил. Во-во-во, там какой-то пацан сильный. Ко мне ты пахнешь, ё-моё. Что, давай-ка я вернусь и поставлю факела, окей? Зачем? Ну, я не могу убить скелета, прикинь. Нет, я пока буду драться своим мечом костяным. Стой, ты где? Я уже на самом верху. Вон он, я его вижу. А! Знаешь, что прикол? Нам вроде как нужен. А нам вроде как знаешь, что нужно? Нам вроде как нужен. Нам нужен лук, нам нужен, чел. Я, короче, пошел за луком. Все, погнали. Вон оно тут вылетело немножко. Не мог. Ай. Вы знаете, что надо там... Подожди, я тут спамфлит поставлю.
Блин, ну жесткий. Вот первый удар ваншот. Что? Я к вам приду. Давайте типа так вот. Блин, просто друг друга бьет иногда. Это я умер, ты типа ты идешь. Давай, 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 давай. На, луком тебе пой. На. Я понимаю, мы ему щит слуп. Почти. Щит убить. Ай. Ну уже. Ну что? Ну, давай, на. На. Ему почти верить, ему отдел ничего. Да блин, тут все взрывается. Ты щит сломать и будет. Да блин, кто сильно слечится, если честно. Ты сломайся ты уже, я тебя в прыжке буду. Надо его зажать. Это вот эти вот. Все, щит сломан. Бей его, просто бей. Я сейчас его своим костяным мечом забью. Все, я его убил. А я мне. Сейчас, на. Боже мой. А, дай мне колонку. Ну, у тебя есть. У меня нет. У меня ничего нет. У тебя есть, ты забрался. О, у меня. А у меня ничего нет. У тебя все есть, ну-ка. У меня только магнит выпал и все. А, ужас. Да все у тебя есть, братан, ты подобрал. Я тебе реально говорю. Смотри, я тебе скрин отправлю. А стоп, ты в геймод один? Нет. Да. А, стоп, да, я, кстати, в геймод один. Я ж перезаходил. Так вот, почему ты не умирал. Ай. Боже. Не, ну у меня ничего нету. Ты должен быть у тебя все. Не, ну я тебе реально честно говорю, ты меня не веришь, я тебе скрин отправлю. А тогда где его вещи, голова, все типа такого того? Я не понял, кстати, я точно видел, что они подобрались, но у меня их нету. Да не, у тебя они есть. Боже мой, смотри, какой Дим. Короче, с помощью магии мы сделали этот посох мертвых. Отлично, ну, молодцы, ребята. Так, я знаю, что он делает, и мы его будем брать только в крайних случаях использовать. А я пока пойду просто... поставлю. Он призывает мертвых, типа. Я пока пойду. А. Опа-на, житель появился у нас, чел. А ну стой, сейчас я так прокнусь к тебе. Блин, мне надо. Ой, ладно. Просто новый житель, ребят. Я поставил как. Я поставил этот. Поставил, короче, я вот этот. Так, все, я то прокнусь в этот. Житель. Приветствую. Ну, круто, я, кстати, поставил домой. Да. А где наш учитель, я не понял. А, житель, ё-моё. А, что, житель построил дом? Нет, это я поставил. Боже мой. Так, значит, где наши эти стоят? Головы. Вот. Я просто не видел. Ну, прикольно. Ну что, до следующую серию или сколько там мы снимали? 8 минут. О, боже мой, так мы можем еще сейчас снять. Последнего босса будем убивать? Давай. А их, кстати, сколько? А я не знаю. Вот я точно не могу тебе сказать. Это их 3 вроде как. Ну вот, мы 2 убили. Последний остался. Остался Гаст? Серьезно? А, еще Гаст, еще Гаст. Еще не как-то так, быстро. Значит, так, я возьму отсюда железо. Оно нам надо, просто, понимаешь? А, да, да, знаю. Так. Все, идем. Сейчас, подожди. Фух. Пацаны, нам остался просто последний босс.
Короче, пацаны, у нас есть некоторое объяснение. У нас, короче, не сохранилась запись, которую Саня снимал. Мы, короче, за это время победили того Раста, и у нас, короче, появились вот такие мечи, и это. Короче, поскольку у нас было этого немного, целую броню мы не смогли сделать. И, короче... Да, у нас только огненный шлем. Запись-то прервалась, и вот это все произошло. Конечно, мы Саня попытается возобновить ту запись, и кто не верит, что мы это все сделали, скинуть ссылку в описании, на которую вы можете посмотреть. Но поскольку мы как бы уже прошли его, но вы этого не видели, мы его убьем еще раз. Так, значит, давай, Саня. Мы нашли сразу же другого. Ну, по сути, да. Ну, кстати, вот вы не поверите, я так понимаю, что босса можно убить только два раза. Потому что мы нашли этот замок только два раза. Вот первый я искал этот замок, по-моему, полчаса. Ну, сейчас блоков не хватит еще. У меня еще много блоков есть. Я просто в шахте же был долго. Короче, сейчас ТП Лала, да? Лала. Ой. Темнота, да господи, эта темнота мне задолбала уже. У меня картина есть. А? У меня картина есть. Я не понял, где босс? Я босса не вижу. Ой. А тут какая-то проблема, пацаны. Где босс? Я вот на карте вижу много гастов, а босса... А, надо еще выше подниматься. Я вообще ничего не вижу. Блоков вообще нету. Зачем? Итак, мы продолжаем. Вот он уже куда-то там ушел. Блин, а у меня не хватит блоков. У меня хватит, не бойся. Я, короче, сгонял быстро домой, там у меня целая куча. Ой, я эфритов слышу. Это ТП ко мне, я просто уже далеко. Это, дай мне блоков. Да я вот уже ползу, уже ползу. Ладно, смотри. Все, у меня нет блоков. Вот уже лагает. Я какого-то большого гаста прям вижу, большого. Блин, меня эта слепота уже реально бесит. Давай, вот сейчас. Вот сейчас держи, дам тебе. Вот, раз. И два. Тут обугодил один стак. Ну ладно. Бывает. Я ненавижу этот лес. О, посмотри на карту, там что-то ползает. Где? На карте. Не вижу. Там какая-то такая фигня. Нет, не вижу. Да нет, ты у меня залагал. Я понял. Я нашел, нашел. Он сейчас заспавнится. Ой. Давай, жди, я жду. Стой, да, я к тебе это пахнусь там? Да, давай. Я жду. Стой, пока... Пожди, я не могу зайти. Он пока не заспавнился, давай, я жду. Я зайти не могу, говорю. То есть можешь. Ладно, мы прервемся. Он заспавнился, нет, Богдан. Я его не вижу, где он? У я стрел нету. У меня есть. А я не вижу, где он, это слепота тупая. У меня нет слепоты. Продолжаем, мне появились стрелы, баги. Все, сейчас он плохо будет. Я его не вижу. Где он? Не вижу. Вот, вижу. Я понял, надо оборону вот это. На, тебе. Да. Я вообще ничего не вижу, где он там, я вообще в темноте. О, боже мой, я под ним, я просто... Так, он, я где-то по карте буду шутить, что где-то там. Где он? Он наверху, я его убью. То я вообще не вижу слепота, а вот он. У меня стрелы кончаются. Стоп, меня... а ты в креативе? Ты в креативе? Нет. По идее, ты должен быть рейд, пожалуй. Точно ты не в креативе? Нет, у меня слепота. Ты пойди в креативе. Когда слепота... Меня просто когда слеп... Можешь меня выключить, если не веришь. У меня когда слепота, тупо, знаешь, что происходит? А. У меня тупо красный становится. Он куда-то летит, я не вижу, куда он летит, он куда-то летит. Он просто надо мной стоит, он мне стреляет.
О, господи. Блин, какой-то фильм я сейчас фоткаю. Стой, Ой. надо выключить дождь, лагает.